И всем привет, с вами Вайч Совсин, продолжаем проходить игрушку One Epic. Так, я уже запутался, куда мне идти. Так, я хотел... Я хотел закончить с квестом найти имя. И... Размен ударами прошел. Удачно. Что у нас там по инвентарю-то? Жопа полная. Ага, вон еще одно место, которое мы не смотрели. И, кстати, пожалуй, надо как раз таки закончить этим проходом. Блин, я не знал, что здесь... Ага, не знал. Сам, главное, пометил, что здесь рукописи забыл. Молодец. Игли. Так сказать, побежали, но нет. Так. Ну окей, вообще. Фей. Чтоб у всех... Но и чё, всё ж нашёл имя типа. Ладно, пусть так. Я думал, будет как-то сложнее. Так, давайте тогда сейчас мой любимый свиточек используем. Ты нашёл его? Да, твое имя Люкс. Люкс, теперь я вспомнил. Премного благодарен, друг мой. Я снова в огромном долгу перед тобой. У меня нет ничего материального, чтобы я мог тебе дать, но я поделюсь с тобой частью моих знаний, используя их с умом. Вы получили дополнительные очки умений. Ай, спасибо. 4 штучки. Отлично. Как раз могу зелье докачать. Ну, там с топорами. Урон плюс. Круто! Блин, даже не знаю, что вкачать. Давайте огонь. Огонь вообще. Так, и побежали обратно. Даровать свет. А то я начал читать. Да. Понял, что мы, походу, многое пропустили там. Там тоже были квесты. Вот в ентом вот месте. Зря это сделал, ну ладно. Сделал и сделал. Ну конечно, мать твою. Вы издеваетесь. Ненавижу. Как я вас ненавижу, а. Я не могу. Я не могу в этих локах играть, они меня бесят просто неимоверно. Еще одна. Можешь стрелять быстрее? Пырь. Капец. Зачем я сюда зашел? Как я до сюда зашел? Вообще непонятно.
Идите нахер. Ой, аж прыгать стал. Выше, быстрее, длиннее. Дально же вроде только. Высота. Бесите. Что у нас тут? Что-то нелицеприятное, видимо. Жезл замирания. Молот. Пригодится. Все. Мне прям душа радуется. Что я вижу, что я что-то освещаю. Но. Молодец. Долго, правда, думал. Ну еще заряди. Дел уже до хрена, по-моему, у меня. Эй. Я упустил из виду вот эту вот лестницу. Чему уж сам удивлен. Надо не забывать про ловушки. Как нефиг делать. О. Эй. Хрена ведь не видать, а? Так-то лучше. Ну. Ну что ты надо мной так издеваешься-то, а? На нах. Морда я пол. Вообще все прям обыскал. У меня уже этих расходников. Так, снизу раз, два, три, четыре, пять, справа один. Пять, справа, один. Один я сказал. Все, светили. Что нам наверх теперь надо? Так вот эту тупую лесенку все еще не осветили. Ну все, началось. В колхозе утро. Нахер.
Так, так. Это здесь что? Ничего, а тут что? И тут ничего. Как же так? Без секретов комната, нахер тогда сюда вообще идти? Не-не-не. Не настолько. Ладно. Пройдемся еще разок. Проблема-то оказалась. Факель не который где-то там в 3-9 земель. Который вообще вот он, рядом. Окей. Черные чернила. Звучит-то как прямо. Так, сейчас наверх надо будет. Вот здесь-то куда? А, это яйцо дракона в задницу. Мы его удачно просрали. Орк так прихренел. Какой нифига себе. Давай, давай, давай. А где я? Так, тут вообще непонятно, что происходит. Надо тупо бежать. Охереть их тут. Ну вообще. Да уж. Это вот как вот понимать вообще? Вонючка прибежал. Стреля. Че? Тоже знал, что там обрыв-то, а? Да я же отсюда сейчас уже живым не уйду, на. Нет, ушел. Так. Ведь это я хорошо пришел на самом-то деле. Ну, полезли. Чил по щам. Я. Видимо. Ух ты, козёл, а. Чё, змея настолько тупая, что он даже повернуться не хочет? Нашим легче. Туповатая змея. А, все, понял. Что здесь происходит? Наверх я не дошел, по-моему. Ран? Хотел сказать, почему это урон не пришел? На, говорит, тебе. Коль такой непонятливый. Ладно, хоть это все происходит в пределах одного экрана.
Все, восток пройдем. Так, что тебе надо? Эй, карапуз, что ты тут делаешь? Здесь очень опасно. Не перегибай. Не страшно, у меня есть ловушки. Ты хотел сказать ловушки? Я так и сказал, ловушки. И все. Мать вашу. Нахер я сюда пёрся. Так. Мне надо найти дверь. Дверь в следующем. Отлично. Потом спустимся куда? Куда? Самое смешное, что без мышки я даже вот ничем перещелкивать не могу, чтобы узнать, где я что пометил, что я записал. Так, снизу один, справа два. Давайте попробуем. Лагушки у него есть. Опа, это я как пропустил. Здоровенный огонь, правда? Странный мускпаг сгорит в Моргока. Моргока, ты про огонь? Ты смотришь на огонь по... Ты смотришь на огонь по имени Моргок? Нет, у огня нет имени. Моргок вор, он украл ключ у старого Мунскпы. И где этот Моргок? Здесь же его нет. Моргок умер за огнем. Вон тот скелет, что ли? Ты хочешь сказать, что твой ключ украла куча костей? Да, Мунскпа убил Моргока черной магией, но Моргок с ключом теперь за огнем. Мунскпа не может перебраться, чтобы вернуть ключ. Мунскпа щедро вознаградит за ключ. Бррр, этот огонь выглядит очень недружелюбно. В любом случае, что-то можно мне предложить в обмен на ключ. Мунскпа предлагает легендарное копье. А, вот это недоумок. Это пламя не что иное, как заклятие иллюзии, отгоняющее глупость существ. Спасибо за информацию, Зератул. Это будет проще простого. Старик, я верну твой ключ. Готовь мое легендарное оружие. А чё ж тогда заклятие иллюзии? Это... Хреначит мой... Пэт... Был у меня тут свиточек. Вот так вот. И... И вот так вот. А вот так вот. Мунгспа наконец-то получил ключ. Бедный незнакомец добр к Мунгспе. Сейчас Мунгспа даст награду. Мунгспа дает оружие большому боссу. Да-да, вот оно. Азератул, падла. Ну, это не обязательно квест, как я понял. Быль. А ты допрыгнешь хоть? Слышь ты. Все. Мозгов мало, не хватает. Прыгать мы не умеем, это хорошо. Так, хорошо, 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 что хорошо. А, я не помню, я выбрал дверь и забыл какую. Снизу один, справа два. Короче, самый низ давайте топать. И вот сюда. И будем надеяться, что все-таки эти чертовы хреновины... А, ну щупальцы, правильно. Щупальцы и чернила, все окей. Я уж начал думать, что я что-то затупил. Вроде больше ничего не двигается.
Снова возникает вопрос, нахера я сюда спускался? Чё-то как-то вообще не очень. Так. Ладно, если здесь я в ближайшее время не найду чернила, то пойду читать, где их искать. Говно. Точно не здесь. Сдохни ты. Это пиявка. Ой, блин. Вот ведь... Рука жоп. По-другому не назовешь. Кальмар, чёрта. Значит, правильно я помнил, что где-то тут все это. Да блин, у меня же откат был. Так, кальмар, иди сюда, падла. Значит, сколько я за тобой охочусь. Так. И самое главное это... Самое главное. Ура! В коллекторе все. Молот. И теперь нам нужен мой любимый свиток. Вначале пиявочку убьем. А теперь свиток. Так, у нас задание только одно, которое мы все завершили. Да будут написаны волшебные слова и сложены в строки. Пусть книга разума дарует тебе великое знание. Пусть твоя душа преисполнится мудростью и позволит твоему разуму скрыть заклинания и тайны, ревностно хранимые древними книгами. Магия разума добавлена на вашу страницу персонажа. Теперь вы можете использовать заклинание, управляющее разумом. Их сила будет расти вместе с вашим уровнем познания этой древней магии. Хорошо. Так, что-то я думал на этом закончить. Давайте, пожалуй, еще тогда к боссу сходим. У нас на 2 уровня ниже. И вот после того, как мы убьем босса, если мы его убьем, конечно, на этом мы и закончим. Так, так. Ходячие доспехи. Меня пугаете. Зато у них латы есть. В большом количестве, причем спавнящиеся. Заморозь ты их уже. Господи. Что ты какой-нибудь... Да блин. Жесть. Так, ну, я на самом деле малек прочитал про этого босса. Насколько я помню, основная сложность будет в том, что этот уволень будет заставлять нас использовать все бутыльки, которые у нас есть, по-моему. Или я буду с другим боссом. Так, нимб надо выкинуть. Давайте все-таки на всякий случай сейчас выкину нимб. Выкину противоядие.
И как я вот напишу на геймпаде? Вот объясните мне, пожалуйста, да? Никак на. Не продумано. А, да. Он же еще не может на одно место много кидать. Так, подготовка. Выбросить. 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 Так, выбросить. Что я сделала? Да, самое крутое будет, если я еще, допустим, сейчас на задании на каком-то буду, этот дурак возьмет и включит мне. Вернуться типа к началу задания. Это хорошая штука. Ага, это пусть использует. Пусть. 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 Ну что, пойдемте. Очередной страж, Зератул, ты не в курсе, что меня ждет на сей раз? Это должно быть библиотека Великого Неврона. В чем его слабость? Не утруждайся задавать вопросы, на которые тебе никогда не получить ответ. Ха, это было так же напыщенно и глупо, как и раскаты хохота, проносящиеся громогласным эхом по всему замку. Знаешь что, я не нуждаюсь в твоих подсказках. Кто бы там ни был, я собираюсь убить его и забрать ключ. Что ж, поглядим. И нейрон, нейрон, нейрон. Где ты? А почему я на тебя не могу? Блин, капец. Чё он меня так это... Херачит. Повреждение мозга. Да у меня его и так не было. Чё там повреждать-то? Так. Пять. Шо? На! Черт побери. Да нет, не то. Бухай. Блин, я не хочу заново все выкидывать. Придется его пройти. Станет мне, пожалуйста, большая голова. Это что сейчас было? Это какого там нахрен хрена, а? Почему тебя нельзя бить с лука, падла ты такая, а? Вот так вот даже. То есть он мне их же отдает. А сейчас? Охереть, вот это да. Вот это поворот, вот это я не ожидал, называется. Хорошо. Охереть. Что я подобрал? Короче, мне бзда. Тут надо очень быстро действовать, чего я, к сожалению, не могу. Да пиздец какой-то нахер. Ну ты еще. Так быстро начинаешь, а?
давай переплывай. Скотина не доплыла. Ну ты чертяга, ну ты чертяга. О, без молы это все, я еще и магией не могу пользоваться, но вообще охереть. Вот это босс. Тут ты издеваешься, козлина, а? Твой едит, твою мать. Всех, по-моему, уже под кого мог потерял. Да как от тебя убраться-то? Я не понимаю, блин. Скотина, долбанное срабатывание. Все, короче, я сдох. Я сдох. Ну, вообще охереть, ладно. Так, все, ладно, давайте на этом серию закончим. В следующей части я посвящу уже битве с этим чертовым глазом. С вами был Lage of Sin. Это была игра Unepic. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.